У нее есть мясо. Со всех сторон, капец. Я загорел. Надо зайти на этот. На свой сет. На пюрфу посмотреть, на каком уровне. Бля, вот это я лох. Без маски. Захотел повыебывать. Понимаешь, да? Пиздец, Анатолий Уричи админ, да ведь? Да. Пиздец, ну лох. Я его сбил два раза, блядь. За мной гусь сидит или нет, интересно. Вроде вообще зря вышел. Не, кость нет. Mm-hmm. На грине пиздец. Я чуть не скинул, прикинь. Я уже минус 2 дал на грине. Вы там отстекаете? Нет, они нас закоптили. Минус 3. Еще ко мне, а нет. Я без маски минус 3 дал, прикинь, да? Прикинь. О, сколько их тут? Минус 4. Бля, такой пиздец. Грини так-то минус 4 уже дал. Нормальных таких. Своих. Тринадцать. На кого? Ты уже поставил? Я поставил Азимов на Virtus.pro против Титанов. А уже сегодня поставил? Можно. Нет. Обнови. А что ты мне не сказал, если я тебя попросил? А ты был на капте Тофик. Ну потому что можно было зайти в конфу и сказать, Тофик, осталось пару минут ставить. Нет, Тофик. Я на нипов против и БП вот думаю, на кого поставить, через один час они играть будут. Что? Тофик, какой чит-то, блядь? Тофик, слышишь? Титан. Ты забанили?